Так, сегодня у нас тут не очень теплая погода, можно даже сказать прохладная, ветер. Вот. Но и хотя нет таких сильных солнечных явлений, таких теней ярких и так далее, тем не менее, для живописи у погоды, у природы нет плохой погоды. Поэтому что мы делаем, как мы берем? Сегодня у нас большой холст 30x40. И с помощью вот этого окошечка, который Вовочка сделал, очень удобно выбрать место, которое огородит ваш пейзаж от остального пространства. И вот мы сегодня замыслили коров сделать вот этих красивых голландских, черно-белых. Вон они пасутся на той стороне. Но для них надо сделать территорию. Где-то, Вовочка, где они будут? Вот здесь, да? Они вот так будут поститься, да? Вот значит, композиционно мы определяем для них место. Я просил, чтобы Лена оставила пятно. Тут не будет сильно много, как вам сказать, зеленухи, чтобы Вова мог протереть их. А чем протираются черно-белые? Конечно, кобальт-фиолетовый арарат. Сейчас попробуем. Да, вот пятно. А вон коровки пасутся, я их вижу. Вот, поэтому Лена сейчас подготовит для меня место для пастушка. Место для пастушка, и пастушок сядет, нарисует коров.